теоретические занятия проводим, и на льду разъясняем то, что мы в каких ситуациях хотим видеть, какие действия игроков. В прошлом году очень хорошо, многие ребята себя проявили здесь. На турнире будем надеяться, что этот состав сыграет тоже достойно. Естественно, особо больших нагрузок мы не даем, потому что у нас впереди игры, турнир. Вот. Но к тренировкам отношения радуют ребят, все серьезно относятся, профессионально. Цель в любой игре для сборной, для любой сборной России, я думаю, что одна – победа в каждом матче и в целом соревновании. Будем стремиться только к этому.